Для этого районным казачьим обществам губернатор предлагает подготовить свои инвестпроекты, а власти помогут их реализовать. Сегодня кубанское казачье войско не то, которое было 10 лет назад. Другие обороты, другие высоты, другая интеграция в реальную жизнь региона. Сегодня вы везде. Вы с властью, и власть сегодня с вами. Поэтому не воспользоваться этим нельзя. Никогда казачество не станет реальной силой в этом крае, если не будет принимать участие в экономическом обороте региона. Давайте посмотрим на весь спектр сегодня экономики региона. Покажите вектор, где вы сможете реализоваться. Давайте в конкретном счете, Николаевич, поставим вопрос о том, что каждое районное казачье общество должно иметь свои инвестпроекты в том числе. Если мы говорим об экономической вовлеченности казаков в экономику региона, вы как никто иные знаете проблемы района собственных и возможности, потенциал вы знаете каждого муниципального образования там, где живете. Экономическая стабильность станет стимулом для молодежи прийти в казачество. Ведь атаманов тоже нужно растить, отмечает глава региона. И именно от того, как сегодня будут проводить воспитательно-патриотическую работу, зависит будущее нашего края. Вы, как никто другой и никто иные, должны быть опорой социальной и экономической стабильности в нашем регионе. В этом-то смысл сегодня казачества. Я уже не раз говорил про союз казачьей молодежи. У нас есть казачьи школы, казачьи классы, кадетские корпуса казачьи. У нас есть чем наполнить союз казачьей молодежи. И мы до сих пор его не создаем. Ну где эта молодежь? Ну дайте активных ребят, которые смогут стать лидерами союза казачьей молодежи. Могут повести за собой. Это будет реальная сила, с которой не договориться, не купить, я надеюсь, будет невозможно. Это нужно сегодня, а завтра еще нужнее будет.